не предоставил преимущества и допустил серьезное ДТП. На пересечении улиц Папанина и Карла Маркса столкнулись «Шевроле» и «Лада». Водитель иномарки посчитал, что сможет проскочить, однако маневр не удался. Пошли. Пойдем, машину. Ты там ляжешь, там бежим. За рулем был, нет? Я не за рулем, прохожу. Удар был такой силы, что «Шевроле» развернуло поперек проезжей части. В момент аварии в салоне иномарки находились два человека. Удар пришелся в правую сторону, поэтому пассажир пострадал больше всего. Также обратились за помощью и пассажиры «Лады». После аварии они жаловались на боль в ногах и головокружение. Оперативно приехавшие на место аварии пожарные обесточили оба автомобиля, чтобы не допустить возгорания. На перекрестке улицы Папанина, Карла Маркса, улица Буркова произошло столкновение двух автомобилей, где «Шевролет» не предоставил преимущества в движении при повороте налево автомобилю, который двигался в прямом направлении, в результате чего пострадало два человека. Все пассажиры и водители были пристегнуты ремнями безопасности. Подробности этого ДТП, а также сюжеты о других заметных криминальных событиях минувшей недели смотрите завтра в 21 час в программе «Место происшествия» с Антоном Желонкиным.